Другой крупный город Чувашии, АЛЛАТРА, свой день города празднует уже 2 августа. Вот только настроение будет подпорчено. Очередной коррупционный скандал разразился именно в АЛЛАТРА. Злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении государственной и муниципальной собственностью подозревается глава администрации города Михаил Марискин. В отношении главы администрации АЛЛАТРА Михаила Марискина возбуждено 4 уголовных дела по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков, их аренды и продажи. Противоправных действий подозреваемого, как полагает следствие, муниципальному образованию города АЛЛАТРА Чувашской Республики был причинен ущерб на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уголовные дела соединены в одно производство. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета, сотрудников ФСБ и Управления экономической безопасности МВД по Чувашии, сообщают в Следственном комитете.